Да. Большое спасибо за ваши сердца, все, что вы ради этого и работаешь, для того, чтобы вы дарили свои сердца, вернее, я дарил все силы своего сердца, трачу для того, чтобы вы дарили мне свою любовь. Спасибо. Чудная особенность дня рождения, юбилей, его можно праздновать весь год. Нет, надо быть скромнее, поэтому спасибо большое за такое длинное большое день рождения. Спасибо вам. Ну и традиционно построить сегодня спектакль «Хулиганы», конечно же, завершаю по традиции стихотворение, которое действительно я хотел бы, чтобы вы запомнили и могли произносить в качестве тоста, допустим, в любой компании. Это действительно, мне кажется, настолько попадает вообще в нас и сегодняшних, да, всегда это стихотворение Сергея Есенина. Свищет ветер, серебряный ветер, шелком шелестит снежным шумом. Первый раз я в себе заметил, так я еще никогда не думал. Пусть на окошках гнилая сырость, я не жалею, я не печален. Мне все равно эта жизнь полюбилась. Так полюбилась, как будто в начале. Взгляд моей женщины с тихой улыбкой, я уже взволнован, какие плечи. Тройка проскачет дорогой зыбкой, я уже в ней скачу далече. О, мое счастье и все удачи, счастье людское землей любимо. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит, удача промчалась мимо. Жить нужно легче. Жить нужно проще. Все принимай, что есть на свете. Вот почему, обалдев над рощей, свищет ветер серебряный. Ветер.